Ты как, будешь смотреть показ и одновременно разговаривать, или ты у тебя нет сейчас возможности смотреть стрим? Hello, Escorpioncito. Привет, Тотал. Да, всем привет! Сегодня мы транслируем путешествие. Первый раз запускаю эту игру на PlayStation 4. Так, целую неделю ждал. Наконец-то. Да, сегодня с нами Спектрум, и мы будем задавать интересные вопросы. Надеюсь, что они окажутся полезными, полезной информацией. Напишите, пожалуйста, слышно ли Спектрума, потому что в викторине это очень важно будет. Ну что, мы начинаем. Приятного просмотра. Привет, Жень. Привет, Тотал. Привет, Сёма. И все остальные. Стримишь уже или не стримишь? Стрим уже идет. Да, я... Да, он стримит. А я со скрепом. А я... Так, Спектрум, я тебя не слышу, у тебя там что-то снято. Да, если и что. Вот у меня тоже на. И тебя тоже Спектрум не слышно, да? Да, у меня тоже сразу написало, что со Спектрумом нас не подходит. Так, короче, вопросы задает Вонд. Ну, тоже вариант. А что за вопросы-то? Я так краешком муха просто читал тему. И я так понял, все сейчас так Джо. там. Ну, вроде как Джорни будет, а потом что-то еще. Растение против А что-то еще вообще будет? Ну, нет, это мы я хотели, но там надеюсь. никто не будет.
Скажите, а Спектрума слышно в Нет, нет, не трансляции? слышно. Он у нас у всех у него с натом А, что-то на не то. трансляции. На На трансляции, да, трансляции, на проверьте, стрим. пожалуйста. Сейчас. На трансляции вообще ничего не слышно. А, да, кстати, МСИШ, у тебя стоит эта фишечка, что ты, только тебя слышно, ты единоличник. Сейчас, Так. минутку проверю. А я дальше трансляции. Уже приглашена. Так, у меня в показ включен звук тусовки, поэтому должен быть звук. Ну, сейчас. Что-то я просто смолк. Народ, все, кто вот, если опять не знает, настройка тусовки, кнопка, и там разрешить использование голоса при показе, всегда разрешайте, чтобы вас было слышно в чате. Ну, в смысле, в показе, а не только в чате. Это ты нам говоришь или МСИшу? Я всем вам говорю, ну потому что в прошлый раз там кто-то не нажал, и его слышно не было. Каждый раз кто-то не нажимает. Ну да. Так что нажмите. Вот, я Зелья тебя это на особенно. стриме слышу, все отлично. Привет, Спектр. Да, игра Спектру, только да, так не началась. слышно. Самое начало. Не совсем. Это все, что мы от тебя услышали. Что не совсем? Спектрум услышите, что ли, теперь? Ну, получается, викторин тоже в пролете. Ребят, Почему сейчас это? Спектрум задает вопрос. Слушайте, пожалуйста, на Твиче. Да его не слышно! Его не слышно. Я вот тоже, кстати, я слышу, как ни странно, его. Подождите, давайте сейчас вот помолчим, и пусть Спектр тишину задаст. Может, кто-нибудь услышит. Да, Да какую Спектрум, тишину? попробуй Он задать сидит вопрос, посередине. и мы проверим, слышно ли тебя на Твиче. Да не слышно его. Его нам говорят уже, Соня говорит, что нам его не слышно, и все. У него надо что-то с натом проблемы. В тусовке не слышно. А там мы пока услышим. Она Зеля говорит, что она слышит и здесь, так что у нее 10 секунд форы, если не больше. Вот, почему ты не сдаешь? Сиш, попробуй найти цветочек и какую-то еще штуку-дрюку. Я хоть посмотрю, где И, она кстати, это надо находится. помогать. Пусть Spectrum консоль перезапустит. А он уже О, перезапускал. кстати, тоже вариант. Еще раз перезапустит. Пусть еще перезапустит. Да. Видео, кстати, очень тормозит. Я его Не, у слышу, меня тоже будет нормально. проблематично. Не, у меня нормально. У тебя видимость с интернетом что-то. Да меня что-то сегодня весь день кидает. Вот и ответ. МСИш, а ты вообще в первый раз в Джорни играешь? Или до этого на третьей плойке гонял? Я играл на третьей, да, проходил, как только она вышла. Ай-яй-яй. Сейчас читерство будет, не первое прохождение. Не, слушай, это было 2 года назад, я уже не очень-то помню. Да я вот вижу, когда тут на Твиче аккуратненько эти полосочки подозвал к себе. На самом деле, я даже не помнил, на какую кнопку нужно нажимать, чтобы голос. Будет клево, если Чтобы ты что? найдешь. А Чтобы чтобы голос прыгать, тебе на. активировать. Чтобы прыгать надо, да, и вот эти хреновины-то. Не, у Они него как они вообще называются, шарфика блин? нету. У него вообще шарфика-то нет, елки-палки, а он прыгать не может. Ну, в смысле, МС, что прыгать не может. Ну, пока да. Вопросов-то еще не было, я надеюсь. Нет, Не, вопроса нет. не было. Еще не Спектром было. пытается его задать, и на Твиче нужно Ключевой проверить. вопрос, когда Спектрум зайдет. Спектрум надо выйти, а уже потом зайти еще раз. МСИш, сбегай вот левее чуть-чуть, и там будет первый самый значок, который дарует тебе шарфик. Да, там надо вернуться в А, кстати, пустыню. Спектрум у нас из Европы, может, это санкции, поэтому мы его не слышим. Может быть. Нет, как его, Спектрум не работает на PlayStation. А, вот, сейчас он сопрет. Попробуй. А кто-нибудь платину уже взял на Journey? Да, самое Нет. странное, Ко мне что платина. я единственный, кто слышу Ну, Спектрума не из платину. всей Не, еще я тусовки. слышу.
А чё, Женя, ты откуда? Ты, по-моему, из Питера, да? Нет, я из Твери. Она из А ты Тулы. из... А, или из Из Твери. Твери. Чё-то на «Т», в общем. Так, вот, спектру вышел, прислушаться к разуму. Кстати, с нами бро здоровал Нашему с разуму. нами, а никто не заметил даже его. Привет, бро. Где он? А он Ну, тихо поздоровался в чате, да, походу. так. О, Чепунатор интересуется письменными вопросами, нельзя задавать. Вот, кстати, мне кажется, самое оптимальное было. Грустишь? Я ему ответил. Так, А, спектром, понятно спектром. все. Он что-то тоже бегает, бегает. Туда-сюда он что-то как-то. Да, кидает опять. Тебе Туда-сюда, нужно обратно, вернуть дальше загадку не буду загадывать. Мне кажется, тебе Но все-таки это надо эти вернуться, тапочки. Саша. Письменно нельзя, Да, потому что если ты это что. такое небольшое читерство, потому что можно сразу скопировать и вставить в поисковик и по ключевым словам найти очень быстро ответ. А, ну Так, да. спектрум все равно с натом проблемы. Слушай, МС, а что ты без шарфика бегаешь? А Объясни мне, зачем мне пожалуйста. шарфик? Тепло же, Да и пустыня. МС, почему не ты задаешь Понял. вопросы? Вот, кстати, Мы... да. Пусть спектрум тебе пришлет как-нибудь текстовые вопросы, а ты задавай. Вопросы, Total, вопросы у нас есть, и у меня, и у Спектрума, просто мы хотели провести викторину вместе. Ну уж, раз спектрум не может, значит тебе придется. А вот пусть интернет настраивает. Ну а тут кто-то по-испански пишет нам, да-да-да. Вот. А почему, кстати, на русском У нас там кто, ключе просто ли испанский испанский? переводил пытался? Да-да-да. А почему у нас Хорошо, испанский что был вы сейчас не слышно. следующий твич? Ты Вообще, вот имеешь в виду русский сервис. Найтбота? Это просто реклама. Он на А что, английском, на на испанском испанском-то? пишет. До А этого он на почему на английском русском не писал. было? Вот наверху еще на английском я вижу. Можно, кстати, заплатить, наверное, и как-то свою рекламу впихивать, чисто похихикать. Кстати говоря, вот ты говоришь, что можно скопировать туда-сюда. Я печатаю быстрее, чем вы копируете. О, Ян, О, привет. миссис Фристар Привет. пришла. Ой, Сколько раз простите, я опять Сахаре ваш шел плохо слышу, снег, она когда вы слышит. меня все Три будете. раза он там шел. Подождите. Нет! Нет, подождите, Нет! подождите. Нет, Нет, подождите. Привет. Вопрос написали. Все, Да, Спектром отлично. задал вопрос уже. Это конфликт НАТО. Так, слушайте, давайте только честно, сколько раз Сахаре шел снег? Ну, раза два, наверное, или три. Это что, вопрос что ли такой? Да, Ну уже да. вопрос задали. Только давайте не гуглить. Не, ну по-любому не ноль. Ну, как бы 100% не ноль. Шесть. О, я слышу тебя, Спектрум, вроде бы, если это ты был. Да, это Да, был это он. Спектрум. Угу. Хорош. Связь наконец-то. Да, вот я тебя слышу, Тотал, отлично. слышишь Привет. его? Нет, я не слышу его. Он до сих пор заключил меня. Тотал, тогда тебе придется перезаходить теперь. Чепунатор говорит, что слишком много голосов уши режет. Все, я выключаюсь, включу обратно спектр вот этому. Вон, меня пригласишь, когда появлюсь в сети. Давай. Спектр, кто-нибудь ответил правильно на вопрос? А сколько в итоге? А, один. Так, ну давай следующий Это вопрос. было, по-моему, в прошлом веке, если не ошибаюсь. Ну, 1979-го. Ну вот, в прошлом веке. Не, Позже. позапрошлом веке тогда. А, да, это еще Так, у меня наконец-то появился шарфик. У тебя, блин, могло вот три шарфика уже быть на самом деле, если не четыре. Ну, про снег заговорили, я испугался и решил, что все-таки шарфик мне пригодится. Ну Да, да, даже в холодно. пустыне может пойти снег.
Кстати, да, там потом будет. Но постой. Спектр, подожди. Дело в том, что если ты задашь его здесь, то у людей в тусовке будет преимущество в секунд 15. Поэтому задавай его медленно. Хорошо. Эстонский вариант вопроса. Ага, давай. А ну, есть, кстати, достижение, согласен. Чтобы мостик этот пройти? А кто-нибудь играл в King's Quest? А то я что-то я его купила, я не знаю зачем. У меня истерика, видимо, вчера женская была. Надо было брать Battlefield, и все нормально было. Ну, конечно! Берешь просто всех чертям там расстреливаешь. Я, конечно, гуляла 2 дня, но так не заработала на Battlefield, вот извини. 2 дня поэтому... ты... Ладно, опустим вопрос, как ты зарабатываешь, гуляя там. Как все девочки. Все, я понял. Оставим на этот машину. Вопрос. После стрима. За пределами стрима. Да, после стрима выясним. Это будет ключевой вопрос, как я на зарабатываю. Не, сразу приносит 20 очков. Не. Там второй вопрос от Спектрума. Где? Где? На канале. Не сейчас, подожди. Это гуглом только, мне кажется, можно узнать. Наугад, давай. Международный контр тактики 0-1 или 0-7. Что-то такое. Или 0-9. Смотрите, словарь-то телефонный справочник как раз. А это единственное, что я знаю про... А, да. Это толщик, он сидит. Сейчас он вам выдаст, по регионам еще. А что самое интересное, ты звонишь в Антарктиду? Коды Юты! Да, пингвины. Кто там за умыш? Да, ты туда звони. Не, ну есть, я точно помню. И сейчас домена есть, кстати, для Антарктиды, вот. Домена имя, как у нас, ру там, и так далее. А между прочим, MC-шный чай. Да, почему? Он мог ачивку схапать. Там, если мост делаешь... не полностью проходит. Там, он лентяй, потому что не скинул мне инфу, которую я должна была скопировать и вставить. Я еще как самый лентяйки. Так, там еще шарфики. А я, между прочим, в воскресенье буду перепроходить путешествие. Чего? Потому что там есть ачивка как раз через неделю еще раз пройти путешествие. Там просто вернуться. Там даже не надо перепроходить. Просто мне надо ехать. А я Тотала пригласил. А. Да. Убежается там. Да, сейчас этим и займусь. Сейчас только 2 шарфика насобираю. А тут вот можно шарфики собирать, цветочек найти и жируш какую-то найти. Ты мне подскажи, где цветочек есть? Она в башне. Все, ну, когда дойдем, если дойдем, я могу, в принципе, вам подсказать, если хотите. Ну да, можно. Сколько острых твоих покинул? 0. Так. Вопрос. Да. Считается так написано или сказано? Напиши. Flower и
опиши лучше. Или нет, если можешь. Ну, честно говоря, нет. Я просто сижу вообще в другом конце зала. Ну, в общем, Клоу и Флауэр. Клоу на кстати. Флауэр, вот, кстати, офигенная игра. Еще была, по-моему, еще одна была, нет, до этого? До Клоу. О, до... Да. Какая-то еще была игра. Ну, Флауэр, это вот где ты... Цветочки, да. Еще да, потом вот эти вот... ветерком. Флоу, а это... Это держать вот надо. Микроорганизмы, да, в океане. По-моему, еще надо. Что-то. По-моему, еще какая-то была игра. Мне кажется, на форуме говорили. Я, если честно, не в курсе. Я тоже не в курсе. Да, Total прав. Перед Journey Flower вышел. Как только он вышел. Я же первый сказал. Или это не считается? Ты все-таки найди какую-нибудь возможность, чтобы писать там с телефона. А, писать, ладно. Да. Тогда я просто буду говорить, мне конкурс офиксит. Чисто лясно. Ну почему вообще проигнорировали моё «хочу»? Я сегодня нарыла часы PlayStation. Чего? Часики PlayStation с символами, ну, этот квадратик, треугольничек. А, кстати, будет клёвый вопрос, я не знаю, если он будет задаваться. Я, к сожалению, посмотрела только... Да ладно! Я, например, кружок называю О. Бублик. Ну да, бублик тоже можно. Бублик, бублик. Мы когда в Bloodborne играли... Тотал, я вижу, да, попробуй перезайти еще раз. Вообще, давайте, давайте обсудим, как вы думаете, что означает да. Вот то, что сейчас на экране происходит? Творение сюжет мира, сотворение мира, по-любому. Ну, вообще, реинкарнация в конце была, мне сказали. Чё? Не, подожди, не то, что тебе сказали, а то, что ты думаешь. Я? Да. Я еще осмысливаю. Хорошая отмазка. У меня студенты так же говорят. Сообразительные студенты, могу тебе сказать. Ну да, 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 да. Я же предлагаю не обсудить ни о чем вообще игра, а вот именно отдельные сюжеты. Что вы видите. Ну это концепция перехода в следующий. Вы чувствуете, как нас МС-ши вообще разводит, да? Да, 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 он такой, он потихонечку, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сам трафики не собирает. Ласково так, главное, ласково. Это игра настроена. А, как будто он, знаешь, там я не... А, кстати, да, ладно. Не, я согласна, такой. Что игра вообще, как ни крути, ты ее проходишь, но впечатление оставляет. И оставляет, вот, и действительно задуматься. А над чем mm-hmm. задуматься? Ну вот я над чем задумался. Над чем задуматься? Путешествие. Ну, вышло на четверку. Обновленно тоже. Красиво. О, бро, присоединился. О. А вот как-то да, кого-то слышно, кого-то не слышно. Привет. Привет. Не, ну тут у всех второй, по идее, должен быть над. Первый. У меня первый. У кого первый? У Зелия первый. Ай-яй-яй. Что, это плохо, что ли? Кто-то выпендривается, назовем так. А третий, кстати, по идее не должен пускать тусовку, насколько я помню. Могу ошибаться. Попросите цветочек в ропот подсказать, я не помню, вот где его так сказать, где-то здесь вот. Мне вот интересно, почему МС Ван туда такой ник? Вот и напарник. О, да, поперло. Если не ошибаюсь, мы как-то можем с ним вместе летать. А вы друг другу эти шарфики дополняете при контакте. Физически. Блин, такая же красивая все TV там.
как раз говорят, вот у Spectrum он написал третий NAT, и говорят, как раз с третьим NAT очень большие проблемы всегда с тусовками. Да, нет, нет, да, третьего NAT, он не заходит, потому что у меня были проблемы с тусовкой просто. На самом деле, чтобы он зашел, достаточно просто пересоздать тусовку. У нас была такая херь не один раз. Там с NAT ничего не зависит, это Sony офигенно делает продукцию свою. Ну нет, все равно третий NAT. Приятного вечера. Третий NAT все равно у многих, вот у кого я знаю, вернее, не у многих, а вот у кого третий, именно тип третий, он очень тяжело дает соединение, вообще все прочее, там есть проблемы. Угу. Это... Не, есть, есть, я сам учусь там. Чувак есть на форуме, короче, у нас. Ну. Бабка-тапка такой. У нее второй NAT, но у нее интернет 4G, там через спутник, там какой-то мегафон. У нее проблем больше, чем у, наверное, 98% тех, у кого над третий. Ну так это... Как его коннект сам по себе. То есть она определяет как второй, но потом-то... Так, Total тоже второй. Бро, ты лучше подскажи цветочек где? Вот они хотят цветочек найти. Бро, Зюзи взять. Вообще в такую, что там не то, что цветочек не подскажет, но там... Там как цветочек. Цветочек там... В самом начале. Главе, в пустыне, короче, вот такая подсказка. Ищите, ага, в пустыне. Ну где-то в начале, правильно? Нет, вправо от начала. Ну, в начале, ну да, но он недалеко, не уходить. Он между руинами, там, между тремя руинами с этими, со скатами. Ну, я уже, наверное, оттуда убежал. Нет, ты вот как раз со скатами бегаешь. Так там ты будешь все время. Ну, давай правее ищешь. МСИШ, давай правее. Еще правее туда, что ли? Назад? Че, вот ты, ну, как да, может, вот там чего. Как же мой напарник? Я целый день вчера качал, если план с там зомби вот это. Я вот я тоже качал, почитав. А в итоге. Я пожертвовал всем, чтобы скачать. Вот Total дьявольская скорость 666 килобит в секунду. Есть мнение, что Total дьявол. Все знающий такой. Мне вот интересно, тут есть вообще граница? Есть. Ты когда доходишь, ты там сейчас сбивает. Он МСИШ куда-то там топит. Вот как раз граница где-то. Ну так ты сказал направо, я и бегу направо. Сколько лет потребовалось, чтобы обогнуть Африку? Ну, допустим, полгода. Нет, мало. 2 года и 7 месяцев. Вот. Очень далеко. Вечность. Вечность и... Нет. Но Дезис, Дейскара, Визавио, Настрио. 1 год. Тотал такой прям. Краткий, ясный. МСИШ, ты, походу, потерялся. Ну, я вернулся, откуда прибежал, и опять сейчас побегу. А вон у тебя там не надо, там делать. Просто надо найти гору вот эту со светом из нее и в нее сторону. Да это я знаю, но цветок-то не там. Цветок, короче, если на гору смотреть, то по правой стороне должен быть, где такие высокие дюны. Должен быть внизу. Ну, так, он так, там, в принципе, его... Можно и пройти, он так как-то не заметен. А тут как не заметен? Там между большими дюнами такая углубление, там 3 камушка, цветник, цветочка. Вот 3 камушка вот мы прошли, а вот цветочка что-то нет. Что-то сорвал, что можно сказать. Всякое бывает в жизни. Ну вот, вроде что-то он сишь нашел. Ой, нет, там что-то просто... дай такое необычное. А что это такое? Это звездочка, видишь, упала, и сейчас вот можно там... Желание загадать. Ну да. Напитайся энергией, вот там вот есть вот кусочек шарфика сверху. Ага. А, вот. Это я брал, да. Это я все брал. Я думал, это цветочек. 6-9. Цветочек... Нет, цветочек он прям... Ой, ну кто так шуршит за там микрофоном? Ну, точнее.
Беленький? Или кто это? Аленький. Не беленький. Не, не беленький. Пойду, кого там шумит? Я готов просто срезать этого человека. Нет, пока нет правильного ответа. Вы тоже подключаетесь к викторине. 12 лет. Нет. Не слишком. А может сыграем горячо-холодно? То есть там больше 10, меньше 10. Тодл все-таки нашел правильный ответ. 30 лет. Нет, не 30. Просто понял так. Да. Мог кто-нибудь найти ответ, как кто уж глушит микрофон? Да, вот у кого-то микрофон очень сильно, прям так. Ну, 25. 32. На, потом на опережение. 34. 35. Не слышно вообще? Да, слышно. Да. Это ты так шуршишь? Не знаю, надо смотреть, какой там микрофон двигается. Шипушинчик какой-то завелся у нас. У тимозавра. Сядь, попробуй сядь. Может быть, он хочет, чтобы ты помедитировал. Как? А, там помедитировать очень. Option нажми, и он у тебя сядет. За что? Нет, Option, нажму. Ну что, MC Option стык. Да все, он сел уже. Так, кстати, Спектрум здесь вообще? Приз я получил. Его все не слышу, или он молчит? Молчит. Он уже. А, все, да, я его слышу. Очень тихо. Ну, ясно, все снова. Трофей дали? Да. Поздравление. Кстати, кто-то из вас там случайно? Им бегает. Хотя да, никто в джорни не сидит. А можно втроем бегать или только вдвоем? Нет. Кстати, могли бы сделать, мы же больше без 4. Ну, кстати, там такая арава из пятерых бы бегала. Или из 4. 3 достаточно. Не, ну 4, если PlayStation 4, то 4. Это, между прочим, я всегда говорил, что 2 это лучшее число для коупа. Так это должна быть твоя любимая игра. Ну вообще-то мне коуп больше всего нравится в Resident Evil 5. Это, знаете, это плохой резидент, но хорошая игра. Я в ней все ачивки получал дважды. Сначала на ПК, потом уже на PS3, когда купил. Да, мне кажется, проще найти игру, которую ты не получал. Привет, Батхэд. Шестую часть, к примеру, я ее только ПК проходил. Ну, блин, Батхэд прошел все. Батхэд, амиги. Ай-яй-яй. А сколько всего вопросов-то будет? Вон ты, 13. Ты меня слышишь. 13? Еще 10, да? И валить. Сколько уже было? 3 было. Антарктида. Значит, еще 10. Африка. Кто песню про Антарктиду поет? Мне кажется, там шарик, но ты лучше пешочек будет. Ты не прилетишь, мне кажется. Перелетит. Надо верить. Ну, лучше уж, мне кажется, пешком. Что-то зависло у меня от трансляции. Да, у меня тоже зависло. Вот, отлично. А вот Кумин может протроллить, он просто может встать на месте и все, и замереть. Ему подумают, что зависло. Смотри, у него там эта мелодия, видишь, начинает звучать, значит, все-таки зависло. Виноваты, да?
я уже ответил, это стопудово. Нет? Ну, вопрос. Да? Я даже не вижу еще. Ты вопрос, наверное, наоборот прочитал. А, крупнейший в мире город-государство. Крупнейший. Крупнейший, да. Рим или Ватикан, я их путаю постоянно. Да, Ватикан. Ну, тот он не дал соврать. А тут, кстати, по идее, можно игру пройти вообще без шарика. Только за счет этих умеев. Приз за это не дают? Так это не Гонконг или Сингапур, случайно? Да это Ватикан. Либо Рим, а, ну. Ну, значит, я ответил правильно. Тото, первый ответил. У меня по географии было вообще-то 3, но я это запомнил. Не, ну мне кажется, есть какой-то сакральный смысл в этом. Вот там, я кстати, там свой вопрос задал, будет. Кто сможет? А что за вопрос? Как будет называться следующий фильм, в котором примет участие Сильвестр Сталлоне в образе Рокки? Я, честно говоря, вообще даже первого Рокки не смотрел. Знаю, что это боксер и всех. Нет, Спектрум Рокки это будет. Я подскажу даже, названия нет слова Рокки. Сингапур. Давайте кто думает, а? Новый вопрос в чате. Да, да. А, да? Блин, а я проверяю тебя? Я так, думаю, честно. Тормози. Чего? Наркоманский вопрос какие-то. Как звали путешественника, прошедшего весь путь на четырех путежа в ртах поезд с насаженными на ней колесами? Это философия какая-то. Слушай, я навряд ли кто-то знает. Это если только гуглить. Но это явно не гуглить, мне кажется, и не толстый. Поезд с насаженным на них рыбаков. Терминатор тогда уж. Поезд с насаженными. Что за слово такое с насаженными? С насаженными. Модное русское слово, но... Так... А, так, я знаю, как вы. Не, я вот сдаюсь официально. А, ворота, кстати, да, на... Ну, что там на гугле? Александр Кашин, это не он? Нет. Кто? А вообще, зачем так путешествовать? Надо вот, наверное, от этого исходить. Зачем человек так путешествовал? Какой смысл в этом? У него был смысл и очень политический. Так вот я и говорю, чтобы ответить на вопрос, что он все-таки не инвалид. Нет, он не инвалид. Я не услышал, так он инвалид или нет? А, кстати, да, мог. А я еще по подобному слову путешественник инвалид. Путешественник инвалид. Ну а что там? А, какой путь он. Какой путь он пересек? Скажите, где это было? Что он сделал? Если не ошибаюсь, он из своего небольшого городка добрался до Белого дома.
точно американец. Около 2500 километров. А, это на тракторе, который проехал, нет? Нет, он на четвереньках шел с прикрученными колесами. Бобби Котик классно придумал. Не, ну это, блин, только американцы могут знать, либо Google. Я еще колбаски съем. Там, если что, кстати... Объясните потом, когда ответит правильно, объясните, зачем это было сделано. Мне даже интересно. Я могу даже сейчас сказать, он таким образом показывал себя как раба. Изображал из себя раба. Все, откроем, я говорил. Я, конечно, очень такой люблю всякие образы, но я никак не могу. Я нашел, это Ханс Мулин. Нет. Да, правильно. Для чего так делают? Для привлечения внимания в первую очередь. У нас так полстраны ходят. Без всякого привлечения внимания. Там вы, кстати, пропустили, если что, пещерку. Если надо, не надо, извините. Так, ну давайте честно, я первый ответил правильно. Ханс, это Хансов много, а Мулюкин один. Да-да, я тебя уже засчитал, Бал. Так, а у всех стрим-то заработал? Может, не перезагрузить, я все жду, сижу. Перезагрузи. Обнови. Страница. Вот здесь надо ворота поскочить. Давай, МСИШ. Тут как внизу? Раз вот на этой башне есть... Так? Вопросов не было, пока я перезагружал. Блестяшечка есть. Направо, иди направо, направо. И вот как скаты летят, иди за скатами. Лети вернее. И там вот видишь, вот выступ. За, вот сюда, вот направо. Да, вот. Ворота сейчас он здесь не попал. И вот в ту дырочку вот в ту лети. А, не долетел. Кстати, а ты знаешь, что он тебя не слышит? Ну, в смысле, он тебя постфактум слышит. Он сначала видит... свое видео, и через 10 секунд только ты это да, поэтому кстати, твой совет... Да-да-да. И, кстати, ты зря пропустил ворота, за это тоже трофей есть. Вот пока летел вниз. А я пролетел какие-то ворота, я думал, это они и есть. Надо 12. Надо всего 12 маленький прилететь. Опять. Ну, 12 надо. Ух ты, это... скриншот с анонса. То место. Вот это место мне больше нравится, красиво. Все самое красивое. Да. Скриншот делать, скриншот. Кстати, сравнивали графику, да, и мне кажется, вот как раз на третьей было не так классно и сочно, вот именно вот это место. Мне кажется, на четвертой лучше. Потому что на третьей всего. Ну, ну так, это понятно, но... В те времена последние... меня и на третьей поразило графика и качество. Но здесь, нет, я... здесь ощущается то, что 60 кадров в секунду, это сразу ощутилось. Не, ну ты знаешь, в свое время, вот Макс Пейн в свое время был классным, сейчас густи его сейчас, первый самый. Ну да, об этом можно говорить каждый стрим, то есть... Можно сделать сравнение графики старого Тетриса и Тетриса на PlayStation 4. Ну я мысль-то не совершила, но вот самое последнее... Так, что дайте девочке поговорить, что-то мы все говорим, девочка молчит, а мы все говорим и не дадим ее поговорить. Что это такое? Да, действительно, вроде хочешь что-то сказать. Ладно, извини, говори. Последнее скажу, что вот самая последняя глава, где вот там, я не знаю, как это даже назвать, вот где мы летим, нет, где вот свет или вода или что-то такое. А я тебе сейчас скажу. Храм. И, ну да, вот что-то такое. И вот там как раз мне графика не очень... Вот мне там показалось очень замылено со своим таким снупским, я бы сказала, выражением. Но это же PS3. Нет, именно на PS3 было лучше, мне казалось, и качественнее как-то выглядело. А вот здесь почему-то слишком было много воздуха, или я не знаю, что-то... Ну, в общем, как-то замылено мне показалось. То есть, слишком вот, много воздуха. Ну, вот когда будем, может быть, за игры опять же дойдем, мы... Есть такой вот нюанс. Мне показалось, что самая последняя голова была хуже, вот выглядела визуально. Остальное все... MC, там новый вопрос, ты... народ, новый вопрос. Куда направились путешественники, если даже путешествие в истории? Я понял, у кого... В центр все. Земли.
Нет. Хотя, может, он там есть. Вот Россия возможно. Ты попадаешь бесплатно, а вот уехать уже. Насчет девочек, так еще одна девочка с нами. Вы и тоже не дали. Да, нет. Я не тоже не дали. Я еще не отгадал? Нет, еще. Это не Антарктида? Нет. И не Греция? Далеко. Очень, очень холодно. Надо же. Тогда Арктика. Кто там, что у тебя с микрофоном? Это у тебя это херишь, брушит. Да? Ну это у меня с интернетом что-то сегодня. Это, видимо, из-за этого. Из интернета, не может быть интернет такая херь. Проверь, как это, у тебя там нормальный коннект. Вот я его переподсоединил, не знаю, поможет, нет. Вы даже не могли, давайте рассуждать, а откуда они направились, можно подсказать? Это не важно. Ну, а это этот, путешествие в центр Земли, Жюль Верна, не? Ну это реально событие или нет? Да, это вот. Реальное событие. А, какое-то путешествие в Земле, ты чё? Ну тогда Нерия, да нет. Тогда на Луну. На Луну. Это уже ближе. Ты не на Луну, что ли? А, экспедиция на Марс в одну сторону или куда там. Так ее не было. А так она будет. Она направлялись. Объявлен. Нет, это событие уже произошло. Значит, на Луну. Там и дорог все было на Луну. Да. Правильно, что ли? Нет. Нет, это правильно. Это путешествие. Это правильно и не волнует. Да-да-да. Так, если на Луну... Можно тогда... А, в Марианскую впадину, нет? Нет. Или подъем Титаника. Кругосветный, может быть. Но... Лапис... Харазов. О, тут сейчас такой страшный эпизод будет, я помню. Я так стремался. Я первый раз испугалась. Прям вообще реально, я ж дёрнулась, когда там вот это я заматерился, у меня жена аж такая, типа, Тёма, ты во что там играешь? Там сбоку, кстати, вот блестящий. Да-да-да, назад вернись. А, всё. А он уже упал. Вот, скажи, это куда-то конкретное место или по каким-то местам путешествовать? Тотал, ты близко, но это более конкретное место. Где близко-то? Нептун, Венера, Марс, какие там еще планеты есть? Меркурий. Это просто два очень богатых человека, которые решили отправиться. Да, Дионис правильно написал на МКС. А-а-а. Вот оно как. Вон оно как. Хитро, хитро. Странно. По 20 миллионов долларов каждый выложил. Сколько стоило путешествие на Луну, а потом сколько на МКС? За такое путешествие. Сколько 20 уже? Миллионов долларов, то есть. Ну, это мало, я считаю. А, сейчас кто-то будет гуглить, сколько стоил путешествие на Луну. Уже? Я таки добьюсь своего, что мой ответ правильный. 100 миллионов долларов, между прочим. Да. А, на Луну, да, стоит 100 терминология. Миллионов. Нет, Total, там терминология решает путешествия и научные исследования. Так, сейчас цитирую тебе. Полет к Луне обойдется космическим туристам в 100 миллионов долларов США. Об этом сообщил начальник управления пилотируемой программы Федерального космического агентства РФ Роскосмос Алексей Краснов. Вот так вот. Вот так вот. Может, вы вообще не учитывали. Хотя этого еще и не было, правда. Во. Ремарочка. Ну вот, уже продаю. Привет, вижу, продают за 150 миллионов. Привет, Тимка. Я прав, пойду углубиться на вас вовсе. Не видно, но я сейчас так вот демонстративно шею повернул.
мы чувствуем. У тебя так шуршит микрофон, что мы чувствуем, как ты поворачиваешься. Да, да, да. Скажем, что Саня в шее. Электрон. О, вот тут наверху есть это. Да, да, да. Частичка. Блин, так клёво. Вроде летаешь, а вроде плывёшь. Вроде получится. Так, Сиви хочет, Сиви в тусовку. У нас тусовка полная. Да нет, одно место есть. Я ему написал, что сделать. А, вот, он тебя сейчас добавит, наверное. Он, да, он у меня есть, друзья. Сейчас его добавлю. Тема, которая платная, прям и музыка, и сам красивый. Дизайнер ряд. Да, 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 глазик огадывается. Вот, хотя я стачку надыбал за покупку в день выпуска. Привет. Привет. Ну, еще вот раз. Динамика, да, она как-то там по-другому выглядит. Более облагороженная, что ли. И музыка звучит, и прям действительно вот заходишь, я каждый раз включаю приставочку, и каждый раз я вспоминаю вот эти ощущения от путешествия, какое-то такое вот ностальгическое. Играю в заставку. Да, да, да. Я раньше консоль сюда выключал, ну там, или в спящий режим приводил, а вот после того, как эту тему нахоботил, то она у меня теперь практически всегда работает, так прям вот, ну, у меня еще телевизор с подсветкой, с этой амбилайтом, ну вот, который на стену бьет, очень красиво, прям вот так. Так, а я что-то стрим потерял. А, вот. Хорошо. Слушайте, у нас рекорд, у нас 11 человек на стриме. На моей памяти это рекорд. Рекорд 37 человек был. Кстати, ответ на вопрос тут подсказывает Бразилия, оказывается. На последний вопрос правильный ответ Россия. А что за вопрос? Видим, производит тот самый деревья, я думал, промышленный тоже прилетит, это не было. Очень загаженный воздух. Это вы про этот момент говорили? Да. О, вот. Я там дальше так не стремался. Мне, кстати, это чудище есть. Домик сломало, представляете? Я когда играла, он мне домик сломал. Домик? Да. А что такое он домик? Он как бахнулся. А там, ну, они, когда будут бежать, они будут прятаться от них вот, ну, вот в этих построениях. А, все, да. Понял. Да-да-да. Вот, и то самое... МСИшь, тебе страшно? Бежали в товарищ. Нет, на самом деле, как-то... Наверное, если бы я один играл и без тусовки, наверное, было бы по-другому. Так, когда кто-то... есть какая-то компания, тогда совсем не скучно. Тогда не скучно. Я начинаю понимать смысл ужасных фильмов, почему там все никто не боится, когда там толпы ходят и везде шли. Подумай, что по одному становится меньше, да? Все на одного с каждым разом все меньше, меньше. Пофиг. Скажу, все равно некому бывает. Прячься. А то сейчас у тебя бух куда-нибудь отойдет в сторону. У меня даже напарник куда-то пропал. Так что я один. А, МСИшу пофиг. А он наверное, негр, поэтому его первым убили. Да. А то, по-моему, кстати, убить-то могут, если шарфика вообще полностью уберут. Если я ничего не путал. Нет. Я пробовал. А что будет? Ну, они так и будут отъедать, только у тебя шарфа нет. Просто глубиться будет, короче. Ну да, похихикать. Как мне его пройти-то? А ты сзади напасть? Да. Почему девочка засмеялась на слове поглумиться, интересно? Я про другое, по-моему, смеялась. Нет, правда, он меня так заметит или нет? Смотри. Если я так нет, так нет, ты... Смотри, как у него там у него глаз есть и поле зрения показывается. Это просто синенькая, поле зрения. Синенький кружочек. Вот там он когда идет. А, господи, я думал, что этот камень это есть он. Так сидит и кло. Он вообще всегда двигается. Как Жириновский. Вот. Что будет, если перенести Владимира Вольфовича в игру? А игры не будет, он скажет, хватит это терпеть. Во, да, вот дальше. Так вот, иди просто по букву и все.
Он там уже кое-что про разгод высказался. Сейчас будет теперь играть в игры, надо только разгод. Ныкайся. Медитируй. Не, он вроде его не заметил. Таких игр надо медитировать в этот момент. Прям так переживаешь, а? Ныкайся, прячься. Да. Ты чё, мы тут с друзьями Dark Souls 2 проходили без единой смерти, там есть такая ачива. Ну, не да ладно. В трофеях, а просто, да. Без смертей и без костров. Слабо, блин, пройти. Вот мы так не боялись, как в Journey играли, когда вот в этом моменте. А слабо Соника 2 пройти без смертей? На чем? На Сеге. Не слабо. О, их уже двое. Да, спорим. Там можно нахомячить сохранение. Вот Тетрис на 9 скорости ошибок не прощает, это я знаю. А они по кругу, по-моему. Там что-то светится. Ну, слазей. Не, я к чему Соник это упомянул? Там что-то все. Может быть, это ловушка? Очень сложный плюс, а я его на раз проходил. А где светится? Вон этот шарфик, да. Мин прошел. Я напоминаю, что он слышит с задержкой. В смысле, вы видите с задержкой. Да я взял уже. А, ну тут, да, увидите. Точно. Ай-яй-яй. Им все же обманщик. Такой обманщик. Почему? Сквозь время и пространство. Мы вроде просто говорим, это могла бы быть ловушка, сделал. Знаете. Я побежал туда, и там вдвоем они сразу меня поймали бы. А, ничего-то с тобой не случилось. Ой-ой-ой. Зря я покатился. Да нет, ух. Там. Вот сейчас. Там уже конец, да, там. А, так и должно было. Да. Изи-бризи. Да, давай. Такой прям серфер. Куда сюда, наверное. Зиг-зиг. Фух. Ну, сейчас сишь. А, ну, нет. Короче, все пропустил, все, что надо, все эти древние храмы, надписи, таблички, еще все пропускаешь, мы тут болтаем. Да кому это надо? Я, кстати, забыл вопрос-то ответ дать. Следующий фильм, где будут участвовать Рокки, называется «Крид». Да. Это про сына одного этого негра из предыдущих частей, друга его. Ну а что, не про старика же боксера еще один фильм? Да, блин, закрыли бы уже эту франшизу и все. Деньги-то текут, еще закрывать-то ее. Ну, смысла нет. Деньги-то текут, я согласен. Вопрос в чате. Сколько максимум столов по заряду и на персонале? Или самому вопросом будет, что мне нужно путешествовать на автомобиле? Без автомобиля, я считаю. Вот давайте реально попробуем без Гугла. Интересно, кто первый. Ну, ответ несложный на самом деле. Вариантов не так много. Тебе оптимист. Под машину, наверное. Гну прикрепленный до ближайшей кочки. А может как же X-Bone с этим, с радиоуправлением? Ладно. Может по воде? На машине по воде, да? По воздуху, чего ж там? А, было, кстати, путешествие на джипе-амфибии и по воде, и по суше. Кругосветное. А ты откуда это знаешь? Ну, я же готовил викторину. Много что нового узнал. Так, где вот. Ты еще? Задом. Кто-то слушает нас и потихонечку пишет. Ну да. Наверное, все-таки задом. Дионис, да, правильно, задом. Дионис правильно ответил. Задним ходом было совершено путешествие из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и обратно. На его адрес Пекрум пишет. И это было в 1930 году. О, тогда, кстати, да. Безумие какое-то. Надо, ведь задом и задним ходом — это разные вещи. Ты давай без этого, тут стрим приличный. Да подумаешь, они просто руль назад прицепили и все. Да, я тут еще в канале, а я буду вот так вот. Тысячи чертей, Питер остался с тобой. Вот здесь, по-моему, что-то можно найти. Здесь найти, только надо все открыть и потом нырнуть вниз. И вот в этой же башне, которую сейчас показывают, в ней внутри будет существо из флоу. Такое вот. Так, давай поподробнее. Вот смотри сейчас, куда я бегу, и направляй. Ты сейчас сначала активируй, а потом будет счастье.
Ты сначала, да, сделай все до конца, и перед тем, как уходить, надо будет вниз нырнуть обратно. Там не надо вниз нырять, там она появляется так же там, где последняя сетюшка вот эта вот. Залез с шарфами, она летает по кругу. Но все равно вниз-то надо опускаться. Это экономия времени. Но ты все равно вниз спускаешься. Зачем? Окей, мы с ним как-то не очень лазим, пошли. Да нет, вниз. На машине как табуретки были. Вниз куда? Вот в эту башню основную. В которой светится, да? Где тут вход? Ну вот. Ну там дальше надо. О, я с Янкой не могу общаться из-за типа НАТО. Я тоже. А она сейчас. Она ливнула. Да, так это пошли. Это, наверное, Дельта виноват. Возможно. Сидит день там издалека. Помните, он говорил, что у него проблемы с роутером? Пришел, спер у Янки роутер. И все. И теперь наверх, видно. Вон там блестящая штучка как раз. Ну, да. Задержка. Я уже испугалась, думаю, неужели все покинули? А не матом ли я рыгнулась? Я тут смотрел этот конкурс Мисс России какой-то, там надо было посмотреть. Ну не суть. Там вопрос был для Мисс России, там, как вы, какую себе карьеру вы видите или что-то такое. Она начала какую-то чушь нести, в зале, естественно, смешки пошли. Она так сразу замолчала. Вот, а прям вы вот, про кого как... я ходил? Про Мисс России, я как-то смотрел недавно. Ага. Вот такая же пауза неловкая была. Кстати, очень интересные результаты викторины. Сейчас пока счет 4-4. Дионис и Total Film. Ну я за Диониса болею, потому что Total Film по факту всегда чаще выигрывает. Неправда, я уже не выигрывал целых 2 дня. Вот тем более. Даешь призы богу Дионису. Может, он и венца даст. Кстати, раз Спектрум здесь, я хотел спросить, а кто вообще был в ответе за вот этот шатер PlayStation? Вот мне тоже интересно, что это за херня была. Но там вроде аутсорс, я знаю. Хотя я не Спектрум. Так что я помолчу. Тогда. Спектрум тоже молчит. Вот так-то. Почувствуй себя журналистом. Вот здесь, по-моему, появится. Где-то сейчас пробежал. Дионис всем решил достать. Дионис подлизывается. Он подлизывается. Да, это было. Чего ж там ждать победы? Сейчас. Это Питер. Питер работал. Может, он просто не до того, не взяли, поэтому не понял ничего. Тотал, слушай, а расскажи вот вообще очевидца слова, как там было? На фотках-то одно, а на деле? Тесно, жарко, душно. Не хотелось долго оставаться там. Неправда. Я на Комиконе был, все было классно. Так, мне сейчас даже вниз на... уже можно опускаться, или уже поздно, или рано? Не, еще пока рано. Янка за красная. Да, извиняюсь, перебил. Не, ну смотри, была жара и не было температуры. Вот как. А, ну все, я понял. Это так себе, как в электричке старт. Я там, не знаю, кто читал, нет, я сейчас смеюсь, но палатку обставили вот эти лотки-то с водой. Я говорю, небось они сперли. Кондиционер, чтобы все покупали. Ну это как сейчас цены повысили, а ради скидок такая фигня. А там, кстати, скидки, это вот этот, Alien Rage, 98 рублей продают. Неплохая игра, кстати. Alien Rage? Да. А это что-то? Еще? Шутер такой. На PS3. А, ну PS3 мимо меня.
Блин, язычники тут все. Храм еще у него тут. Спектром, у тебя еще остались вопросы? Да, надо больше вопросов. Да, я просто, можно сделать меня выигрывшим и все дела. Не, давайте проголосуем тогда, я за Диониса. Так, я не спрашивал голоса, я спрашивал свои личные, и мое мнение такое, что я выиграл. И вообще, миссис Фристайл, Старстайл... Янка там разворачивает потихонечку. Да. Янка, я тебя напою сам вместо этого Диониса, если ты за меня проголосуешь сейчас. А давайте... О, пошло дело, пошло дело. Кто больше напоет? Где я больше останусь, да? Да-да-да. Где я меньше помнить буду, там я выиграл. Новая викторина у нас. Куда это у меня идёт? А победитель буду я. Я везде побываю. Это потом будет как этот фильм какой-то, я помню, да. А, мальчишник, что ли, так вот там назывался. А, ну да-да-да, будем вспоминать потом утром. По крупицам. Ага. Кто уже таки выжил? А можно так и не вспомнить. Знаете ли. Ну, через 9 месяцев так будет все ясно. Богатый жизненный опыт. Все заметили. У кого это? А не знаю, кто там сейчас сказал, что можно и не вспомнить, я отходил за огурчиком. Ну, я просто вот только что с другом разговаривала, мы гуляли во вторник, я его спросила, как он сказал, что, в общем-то, организм с ним попрощался. А теперь спрашиваю, ты отошел? Он говорит, а я не помню, где с ним мы гуляли. Вот везет же человек, не помнит ничего. На, гуль. У меня, правда, никогда такого не было. Вот здесь где-то можно найти. Нет, сначала надо все активировать, там еще не до конца, по-моему, или до конца. Дионис думает Колумб, а я Кук. Это Кук? А, все, это Колумб. Да. Ну, куда-то он вступил в последний раз. Кто там опять шуршит? Его там кто-то захавал, по-моему. Да-да-да. Чувачка. Видишь, ну снова начали. Жалко, что интервью у аборигенов так и не взяли. Ну, они каков на вкус был Кук. А ты приходишь? Можно взять интервью, они сказали, пожалуйста, котел сразу. Ну, за это же время можно много вопросов, там, не знаю. Пустить самолетик. А в чем вода такая холодная? Подожди. Селфи сделать. Яна, ты что, в Mortal Kombat играешь? А что ты с нами не была в прошлые выходные? Вы не поверите, у меня друг играет. Ага. Я в мортик не играю, я только смотрю. Он играет, а я вижу. Но сегодня вместо того, понял, чтобы... А я понял, это все такое, да, все эти кишки, все разрезы вот эти, да? Ну, и у меня просто не получается красивые кадры. Она замедлила с ответом, кстати говоря. У меня просто не получается красивые кадры. Ты все равно же смотришь? Я смотрю, конечно. Тебе нравится. Здесь можно, смотри. Я так понимаю, они уже ушли, но надо было... А сколько ответов? Да. Вопросов еще будет? Вот, кто-то хочет успеть вопросов? Победить. Ничего не знаю. Мне вино нужно. И сразу следующий вопрос уже спектром задал. Я это сразу с Женькой поделюсь, мы с ней по-девчачьи тут поболтаем. Сразу выделит. Это потом придется опять извиняться. Вот, ну что вообще? Интересный вопрос. Можно выпить и не извиняться. Ну, хорошо. Есть эти вопросы? Прошаренные там сидят. Ну, что? Договорились. Как бы не вопрос. Нет. А, ну я что-то думал, 12% это же немного, так что это... Ответа не было. Ясточка. Но это наибольшее количество языков в одной стране. Да, с
Стиви отгадывает, получает первый да, балл. Да, кто-то там гуглил. Буа? Кто мог подумать, на самом деле. Ну, без гугла это не угадать, это знать надо. Нет, я про Павла Новгини вообще ничего не знаю, вот конкретно. Совсем вот ничего. Я тоже не знаю. Я только знаю, что у них там прикольная раскраска. Ну что, теперь-то можно вниз опускаться? Да. Да давно уж можно было. Вон, будут еще вопросы-то? Да, будут вопросы. Один или сколько? Кто-то сколько осталось? Всего 13 вопросов. Что ж такое-то? Надо хэштег вводить. Не МСИШ, это тут ухватит побеждать. Я люблю побеждать, я очень азартный человек. Так, азартные люди вниз. Любят играть, а побеждать любят другие люди. Какие? Ну, я не скажу, я честно не помню. Это не отмазка, я правда не помню. Я вот тебе, ты не видишь, но я тебе сейчас пальчиком показываю. Да я слышу. Так шлепает, что ли? Так, ты давай свою грязь по себе держи. Шлепает там кто-то, ёп. Меня никто не шлепает. Это меня никто не шлепает. А сейчас приду, не волнуйся. А у меня сегодня отличный вечер, я смотрю, и вина налью, ты пошлёпаю. Кстати, а Ян, ты откуда с города, с какого? Вечер ты откуда ты вообще взялась? Да. Куда мне я же из культурной столицы нашей родины. Ну, родом я тоже оттуда. Ну, все, надо помолчать. А я прямо и родилась, и живу здесь. Родилась в Ленинграде, а живу в Санкт-Петербурге. Жень, ты куда пропала в самый такой момент? Я она просто пошла уже. Я просто хотела сказать, что надо внутри башни. Вот ты помнишь, ты залетал туда, вот брал вот эти блестящие штучки, надо именно внутри. Помнишь, там входы? Там несколько входов. Входы такие. Да. Вот там вот просто у нас же идет задержка экран-то, ну в смысле не экран, а изображение. Ну вот смотри. Поэтому... Сейчас должна появиться. Вот вон он летает уже, вот он. А, я приз получил против, даже. Против меня там заговор уже готовят. Вот он, видишь из этого? А, вот, да, из пола. О, броча ушел. Не выдержал. Ну все, полетели дальше. А еще есть внутри храм. То есть там вот по бокам вот уже как раз, но это долго объяснять. Там есть такая щелочка, туда взлетаешь, и там есть еще вот как раз стена вот с как это называется, древнее изображение. Вот там есть. Ну это надо по бокам смотреть. Уже не интересно. МС, что до 9 будешь? Да. Прямо тютелька в тютельку. Да. Мы потом пойдем в Battle Suit играть. Нет, я потом пойду в Last of Us играть и стримить. Нет, ты понятно, я Алексей спрашивал. А кстати, там в Rocket League вышло это самое дополнение. Я что-то все смотрю на фейсбуке, там у них объявы про Rocket League, что-то там. Через пару недель выйдет новая карта, которая, похоже, будет без стены, без потолка. Можно будет вот вылетать. Древнеримская карта какая-то. А как же я? А где я тогда кататься буду все время? Я же по потолку там как раз катаюсь. Это специально для тебя сделали. Хватит ломать мои уши, сейчас кровь польется. Да, вот Тотал, блин. Тотал? Я тебя кровью забрызгаю. Шантаж, я вообще не учу. Я буду продолжать, если я не выиграю. Ой, МСИШ, у тебя сзади напарник. Да, вижу. Бежит. О, вот это трогательно очень. Участок карты. Прям очень трогательно. Ничего себе, у него шарфик. В Евгении тебя
Ну, кстати, а задержка-то прекратилась такая сильная, всего 3 секунды. Ну, в смысле, видео. А вот интересно, на Твиче у Sony премиум аккаунт или простой аккаунт? А как его отличить? Ну, как-то можно отличить, потому что у премиума вроде задержка меньше. Там одно из преимуществ. А у кого это такой вот самый шарфик-то обгрызанный? У нас. Юнсиш, кто тебе обглодал шарфика? У меня он такой был. Глодухи там. Сиш, мы в Battlefield пойдем потом играть или не пойдем, ты не ответь. А, в Battlefield только если ближе к ночи. Все, отлично. Я после 9 выхожу. Окей. Почему смайл Клацрапа не виден у меня в стриме? Это прям обидно. Клэд Хэппи. А, это из Borderlands, это из желтой фигуринки. Как видно в этом самом. Стриме нет. А, кстати, да. Стрим не поддерживает. Сейчас вырубим смайл, поддерживает. Сейчас будет довольно интересный вопрос. Сколько весит килограмм гвоздей? Ставить задуматься. Почему славная ложка? Грехала, главный герой, герой. Потому, ну, блин, потому что не я толка. В литражах. Вычитал уже? Да, так и есть. Работник, что они говорили. Давай. Да, у меня вы не пропечаталось сам в самом начале. Есть. А я по любой выиграл. Да, Дионис выиграл, мне кажется. Подожди, 12 вопросов точно было. Я сейчас опять поверну голову. Так вот, презрительно. Нет, пожалуйста, не надо. Да, еще один вопрос. Последний 13. Я так и так выиграл, вот я на 2 очка. Ну вот еще один. Нет, это ты еще один, два, может быть ничья. И потом будет так золотой вопрос. Так я уже ответил. Ой, а если ничья будет драка? А, не могу. Я не против. Ну опять же несправедливо, видишь, будет. Вино, драки. Все как надо. А отдадим приз того, кого побьют? Нет, то там... Я против теперь. Кстати, по этой же причине в Джорной у персонажа нет рук. Странно выглядит. Они были на первых стадиях разработки, но как бы когда персонаж прыгал и не доставало ему немножко до выступа, допустим, то он не хватался за него руками, потому что просто не могли сделать такую анимацию. Поэтому руки были бесполезны, их решили убрать. Ну, логично, да. Я, кстати, где-то в интернете видел кофточку, капюшончик. Ну вот, плащ, капюшончик вот из Джорни как раз под цветовой гамме, с ушками вот этими. Да, я тоже видел. Янке подари. Да, ага. Мне потом... А чё бы нет? Не-не-не-не-не. Чё не-не-не-не? Не-не-не-не-не. Чё не-не-не-не? Жена, я бы сам подарил, мне 1000 километров переться. Ты давай, родину заодно посетишь.
Окей, Хорошо, спасибо тебе большое, Спектрум. Пока. Я посещу, но ты меня подвозишь. Ну, блин, у меня из транспорта один велосипедик остался. Так что вряд ли мы с тобой далеко уедем. Ну, это твои проблемы. Пей там Red Bull, что у тебя, чтобы 90 лет сидеть. Твои проблемы, боже, я на велосипедике буду просто кататься, а ты со мной бегать. Я ведь догоню. Возможно. А возможно и нет. Так что, спектрум что ли? Да. Значит, я выйду. Все, спасибо, до свидания. Mission complete. Наверх вам надо там забраться. А. Там нет, там этот, мозаика. Мозаика. А, или да, или изображение тут уже. А для чего вот это изображение, я вот не понял. Ну, это, там есть тоже трофей какой-то, что 10 штук. Нет, там, я имею в виду по смыслу игры. Может быть, ну, видишь, что рисунки такие же, как и в роликах. И, может, ну, действительно, да, какое-то создание мира. Я говорю, что 42. Это карта, да? Если это 42. Ну да, может, 42. Да не. Не, именно 42. Не-не-не, ну как бы это такой ответ, не ответ. Не ответ. 42, между прочим, это. Ну да, ответ на все. Да, машины, которые. Там жизни, вселенной и всего такого. Короче, ерунда. Ну да, типа PlayStation. Не вот. Ладно. Тонко, это было тонко. Леонид там уже на пористом пьянке. Ну так, а почему нет, девочки, редкость, потому что... Халат, да, вот точно такой же, как вот, которым сейчас он маг летает. Смутили девочку бедную, хватит. Ну, может, ей нравится смущаться. Так, Дионис, это уже неприлично. Тогда ж при выходе выдают. Так, на действительно неприлично. Тут, кстати, два пути идти, можно, в смысле, два пути. Можно прямо идти, а можно сбоку, и тоже придется в такой вот храм, где табличка, изображение. Ну, я не знаю. Если вот слева, наверное, пойти. Да, слева, прям слева. Ну, сейчас, в принципе, тебе, я не знаю, как хочешь. Там нудненько, ну, так идешь. А, да, вон там дырка слева такая, кузовик, шарик. Нет, это другое, мне кажется, это просто какое-то, типа... Не-не-не, это оно. Как луна такая. Да, вот, да, дуй туда. Там это тебе сверху. Лунные призмы дадут. Вообще-то давайте договоримся, храм у меня, так что попрошу. Храм вот можно. Целомудренности. Не надо такие слова употреблять тут. Я попросил. Я еду чисто. Тут нечего мне тут. Все, сказал он целомудренное слово. Не то-то в гости. Такое слово призыв. Давай, призы там забери все. Я тоже хочу призы зарабатывать. Слушай, ты вот с помощью, да, вот этого, что ли, собираешь призы зарабатывать? Чё это вот это-то? Чё это за неопределённость такая? Всё, по-моему, всё нормально, всё понятно, всё предельно ясно. Всё, сейчас кто-то скажет, вот я выигрывал, призы тут ещё отдавать придётся. Жадина говядина. За это отдам, вот за это отдам. Жадина говядина. За это отдам. Такой опасный момент. Да прекрати там уже шуршать. Шантаж. Завелся уже, посмотрите на него, завелся. Уже призы собирает. Призывно зашуршал. Вот мы нашли это место.
Да. По идее должна быть ачивка, наверное, на это, на активацию всех этих фресок. 10, по-моему. 10, там не да, все, говорили. Там, по-моему, 10. Довольно долго мы уже вот так, с этим персонажем бегаем. Так, заходят на эти, на липолесники идут синхронно. Ферзь, привет. Привет, Ферзь. 2-2-7. Сейчас тут будут тоже кусать, так что аккуратнее нас прятаться. У нас, может, у нас с Ферзем было главное такое противостояние. Его сейчас не было и было скучно. Ну, с Дионисом тоже неплохо сражались. Ну да. Я ему позволил. Ой, блин, разница зайти. Сегодня такие шебушончики все. Там кто-то шуршит, кто-то камеру. Это уже не я. Это уже я слышу. Это уже понятно. Это уже тема. Я извиняюсь, но... Сейчас будет двойной, кстати, шуршание. Да. Ты кого-то послал пошуршать вместе с тобой? Надо. А вы там куда-то пошли не туда. Да-да-да, кстати, вот именно здесь мне домики сломали. Вон вот в эти штучки прятаться надо, а вы куда-то туда. Да я его только сейчас заметил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да сейчас вам будет ашапа. Шарфики порезали. Двоих прям? Смотри-ка, прям двоих. Да, да. Первый раз вижу такое. Так правильно, они вон как это, мы с Тамарой санитары ходим, цепившись в свои шарфы. Ой, как это он так? Ой-ой. Вам надо вот... туда, вот эти там есть штучки, домики, как Яна говорит, вот туда надо. Да вон, ворот уже недалеко. Не потеряйтесь там друг с другом-то. А то вдруг трофей-то еще дадут за вместе прохождение. А это уже не тот, с которым я впервые встретился. Это уже второй или третий. Впервые, это надо больше половины игры. Может, вы уже больше ну, вот у меня все разные заходили. Я потом, когда в конце мне показывали, у меня все по всем частям были разные. С такой обидой сказала. Между прочим, у тебя интересуется чем-то там. Я говорю, призы мне собираю. Да. И поеду со своей мудростью. В храм. Он в свой храм привезет, он в мой храм, мы будем обмениваться опытом. Храмским. Храмским. Да, московский разврат приедет в пирскую культуру. Я, кстати, микрофон сейчас выключаю перед тем, как... То есть я включаю только перед тем, как говорить. Так правильно, он перестал же включать, теперь все время кнопку юзает мута. Все равно все слышно. О, теперь тогда плохо слышно стало. Отдай кому ничего, проблема что ли? Вот, Янке отдай, у нее, наверное, есть PS3. Есть, только она сломанная. Бить. Зелье отдай. Да, я посмотрела, что как раз в августе 4-й God of War на тройку раздают. Ну, восхождение. Я ж прям всплакнула. Я все никак платина не получу там, а лишь пройти осталось на харде. Да мне кажется, в God of War вообще достаточно легкий. Да я просто не соберусь, вот в чем дело. Я говорю, единственное, на такой платиной я мучилась, это вот первый. Это 10-й как раз 10-е испытание. Пишет некому. Я ему тоже сказал, Янке или он зелье передай. Он говорит, некому. Вот жаден.
Пусть продает Падишон. Подождите, я еще на ремонт-то не заработала. Оставил бы себе на день. Тебе подарит диск, ты продашь его и на ремонт заработаешь как раз. Не-не, не в ту сторону пошли-то. Да нет, вроде там нормально идут. Не потеряются. Но они просто не в ту сторону. Вы считаете, что этот еврей написал? Меня, кстати, когда... Что ты дашь в обмен на деньги? На, мы же, да, про них говорим, понятно. А, ты все про свою целомудренность, да? Нет! Я вообще про свою целомудренность уже молчу. Ну, она витает в воздухе. Да мы уже договорились с тобой. Сейчас думаю, сейчас со всеми, что ли, теперь будут договариваться? А, окей, для меня персональный. А ты бы взяла бы, слышишь, вот, я бы это, выставила бы аукцион, такой сделала. Кто больше призов, призов, да? Я... Шепотка, я за призы. Сдувает моего напарника, или что? А, сдувает. То надо, наверное, вы ждите около этих самых... Я жду. Я говорю, напарник раздувает. Тогда идите. Ой. Ну ты дождись его. Надеюсь, так и должно было быть. Не, ну там, в принципе, можно. Кстати, народ, кто там? Ой, блин. Кто там говорил, мол, это сотворение мира, это вряд ли, потому что, видите, здесь уже руины. Так что мир уже был. Значит, его уже сотворили, значит, это уже не сотворили. Не знаю, мне вот первый раз, когда приходил, мне показалось действительно, что это как бы буддисты верят, да, в цикличность жизни, да, то есть ты проходишь еще раз, еще раз. Мне это очень напоминает действительно жизнь, ты живешь, какие-то у тебя препятствия. И где-то ты радуешься, как вот когда мы залитым солнцем летели, да? А потом в конце, когда ты приходишь, ну, по-моему, кто-то создатель, кто еще что-то, и обратно возвращается. А вот соседи. Встречаешь людей по пути, иногда эти люди оказываются такой всю жизнь, иногда они меняются периодически. Ну, вот такой вот. Мне показалось, что глубоко философский смысл я вложила. Возможно, в тот момент. В тот момент просто у меня такой была не очень хорошая полоса в жизни, не знаю. Я все понял. Ты не платил. Я рыжий, я же тебе писала. Ну такая, русская. Я просто, это не космос, это характер. Я блондинка, и что? Ну ты вот просто по цвету. Ну вот видишь, ты же еще не определилась, а Женя уже четкий есть. Четкое определение. Потому что я не нашла цветочек. После того, как я найду цветочек, я смогу определить. Сбросает из стороны в сторону. Здорово. А иногда даже, знаете, вот когда... Извини, перебила. А вот иногда вот последний раз, когда я играла, вообще показалось, что вот... Как будто этот герой главный, да, вот он знает, что ему встречают, да? Ну, без разницы. Его встречает, да, вот это вот высший какой-то разум, и он ему дает задание, вот показывает таблички, что там вот будешь бороться. И он так, солдат ответил, есть, в общем, борется, и вот идет на смерть, зная об этом. То есть такой трогательный тоже момент, когда он тут вот он сейчас погибнет, да, якобы. А потом ему такая награда. И он возрождается, и такой вот красивый, сейчас будет как раз глава такая, как сказочная. И раз уж пошла... А, ты еще говоришь, давай. Все, молчу. А, ну да, я скажу. Слушайте, повинуюсь. Девочки наши умные. А вы играли в Лимбо? Вот будут, дадут, вот наконец-то поиграю. Я что-то как-то все никак не решалась. Как, что значит дадут? Его давали в плюсе? Ну вот, дадут еще раз, в августе. А, типа будет без кроссплея, кроссбая. Вот, вот, блин, нельзя такое слово в стриме говорить.
нету. Mm-hmm. Вот я буду рад им бы получить. А я не рад, потому что уже проходил и на ПК, и на PS3. Ну вот, на PS4 пройдешь. Я вот этот уровень, я больше не хочу проходить. Сами знаете, какой кто проходил. Да, не спойлерите, пожалуйста. Давайте без спойлеров. Нет, я про секрет. Какой, секретный, что ли? Ты про секретный говоришь? Да. Ой, придется уши отключить. Я его часа два проходил, наверное. Так, последний вопрос. Да там, в принципе, это все нормально, там можно подождите, пройти. Подождите, последний вопрос. Ну, МСИШ, давай. Уже в чате. Осталось причастным, чтобы добраться из Парижа в Москву на ход. Блин, у тебя наркоманские вопросы какие-то. Да уж. Такие путешественники, такие вопросы. Я же говорю, все хотят как-то обратить на себя внимание. Чукалеки, что ли? Блин, он меня опередил. Да. Так тебе орать сюда надо было? Нет, в чат. Ну не, вот Ферш уже писал 2 месяца. Раньше меня. Хотя ничего страшного не отходило. Быстрее бы, кстати, бы сказал бы. Ну, не, это так, делается. Я думаю, не считайте, это надо писать. Надо писать, что еще блядь, надо возможность. Знаете, я рад, что это Ферш написал. Я не делаюсь. А я да, Ферш, ты чемпион. Ты у меня чемпион. Не надо, не надо. Это сейчас был Супермен. Да. Не, ну я остаюсь при своем, я за вино. Ну, с тобой все ясно. Уши навострил, уши навострил. Да пока ты там приедешь. Вот про эту часть я говорила, половину раздашь на дороге. Она красивая, но мне кажется, она здесь более какая-то замыленная, чем на третьей. На третьей она какая-то... Ну не знаю, мне казалось, она... Так а может из-за замыленности на третьей лучше выглядит? Да. А бывает такое, кстати. Ты имеешь в виду именно эту локацию? Вот именно эту локацию. Может быть, это как его представление или сон какой-то, поэтому она такая замыленная. Нет, я тебе про другое. Про графику, сравнение графики. Вот здесь мне она... Народ, вы выслушайте ее сначала, пусть объяснит, вы не поняли. Скажи, говори еще раз. Еще раз повторяю, мне кажется, вот именно эта часть хуже получилась графически, чем на третьей, на мой взгляд. Опять же, неискушенные, нубские и так далее. Вот единственное, я прям расстроилась. Я как раз была, у меня был шер... Ну, слушайте, у меня был шерплей вот в этот момент, и я человека захваливала, и там, блядь, ей часть, ты сейчас увидишь, вообще такой кайф. И мы так взлетаем сюда, я такая... Народ, а я только что понял, почему. Я вот сейчас смотрю стрим, и я вижу, что вот... Давайте честно, графика в игре, вот без всех вот этих эффектов, она никакая. А здесь вот прям вот везде углы, вот эти стенки, видно, что это углы и стенки. Ну, в смысле, косые, острые, они настоящие какие-то слои атмосферы. А на PS3 был замылен, а это было не видно. Вот и все дела. Я не про это, я вообще вот прям самоощущение, почему-то показал... Более туманное. Там было чуть-чуть. Ну, это может быть часть того, что это ощущение. Ну, может быть. Да, и трава зеленее была. Я просто одну версию свою высказал. Может, поэтому. Это стартер. Да не, мне кажется, просто из-за того, что тут в воздухе вот эти вот частицы, они как-то более... Народ, а вы помните свою первую игру? Я помню, да. Это был этот самый... Lone Rider. А на какой платформе? Ну, в принципе, вообще. Ну, это так было давно, это были Сеги, Дэнди, я даже не могу. Мне кажется, Марио, что это такое самого первого. Олдскул. Да. У меня сам русский. У меня, Леонардо, мы все уже читали платформы, но все слушали, у меня сам русский. У меня была приставка Видеоспорт 3 советская. И там вот были вот такие бонг. Бонг и... Да-да-да, и пистолеты, стрелять. Похоже, я не скажу на что, потому что мы в чате живем, в стриме. Вот это уже, знаешь, что только мы сказали, мне кажется, в эволюционном виде. Ну вот, мы с тобой, братья, по первой дистанции. Ну, даже мой напарник пропал. А ты, а он пропал? А, не, он знает тебя.
вроде бы. Нет, если бы его сзади, то была бы белина такая небольшая на экранчике. Он вообще исчез. Как он погиб там, где была зима. Ну все, он погиб. Значит, он погиб. Все, это большая зима. Эх ты. Единоличник. Бросил друга, если ты можешь вырваться. Прям надо сразу включить песню этого самого Высоцкого, если вдруг оказался вдруг. О, у Дениса танчики, я только заметил. Ну, танчики клёвый игрок, я помню, мой друг. Так, классно, мне еще, я даже музыку до сих пор помню. А, музыку я не помню. И у меня я она помню, есть как... даже на телефоне. Ну что, помнишь, говори. Я помню, как там сражения шли за эту звезду несчастную, кто ее возьмет, когда у тебя сразу супертанк появлялся. Это я помню. И когда ты ее брал, кто-нибудь тебе базу в ответ разрушал, просто потому что не ты ее взял, эту звезду, а не он. Были такие редиски. Танчики. Про танчики. Battle Tank, прям. Да, Battle Tank. Мы никто не знаем ее настоящее название, мы все называем ее танчики. Russian Edition танчики. Кстати, с Russian Edition сейчас связано то, что мы на Денди проходили игры с завышенной сложностью очень сильно. То есть они все взломанные были, а взломанные игры раньше... Китайские просто. Да, китайские. Если они видели, что они взломанные, а у нас все зачастую были китайские взломаны, они автоматом выкручивали сложность на невозможное, чтобы пройти нельзя было. Мы вот так и проходили. Да нет, вот. Ну ничто пройти нельзя было, просто они привыкли к хардкору, поэтому делали для себя. Да. Я тут видел игруху Cat Mario. Там такой Марио, просто ужас какой-то. Белый котик бегает, а там столько подстав. Кстати, извини, что перебью, вы заметили то, что следы не остаются от этих лапок? А это лед? Сейчас нет, да. Ну, это может лед просто. До этого они оставались всегда. На таком покрытии. Потому что это конец, ты уже все возносишь. Куда-то. Ну просто сейчас заметил так. Сейчас такой поп секунд. А про самую сложную игру я говорю, поиграйте в стиме Laughterfall Insanity. Это там, там вот это слово, которое нельзя говорить в чате. 3-14 балли. Каждый раз смотрю этот момент, как уже сколько раз я играл, и каждый раз сердце как-то помолчи. Ёкает. И прям... И слезы... Что, я атмосферу создаю? Ты не атмосферу создаешь. Атмосферу присутствия маленького тролля. Это была минута молчания. Да, вы ее, блин. Вы, я только атмосферу создавал, вы говорить начали. Кстати, еще осталось пару вопросов вне конкурса. Могу задать ради интереса. Давай. Так. Гамтак, в чате говори, мы так послушаем. Если вне конкурса, можешь просто и говорить. Да напишу все-таки, может быть, Ферз или Дионис что захотят ответить. Ну, кстати, да, не мы одни тут еще. Было бы некрасиво. Да, все-таки успел я уложиться в стрим. Ну да, Россия. Да, слушай, полтора часа, еще 20 минут осталось. Почему 20? У меня 5. У вас полк неправильный. Да нет, это там стрим время показывал, час 40. Да, немножко задержало сначала. Пока ну что, мы следующий выходный план смешно зомбис? Да, скачивайте все. Ну я не скачиваю, я часто в ней играю. Кто еще не успел скачать, скачивайте. Сколько там человек в онлайне максимум может быть? 12. С обоих сторон или 12 и 12? Ну вообще. 6-6. Ага. Что там я могу ошибаться, Plants vs. Zombies. Кто-то сказал Plants? Это на каком языке? На греческом. Ну чё, вот. На следующей неделе переносим наш этот самый, как это называется, выяснение отношений. Да, кто там? Кэсси... Кейдж. Нет, не ты Кейдж. Играл за эту самую, которая стреляет. Да. Джеки Брикс. Я тебе обещал, что победю тебя игроком, который не умеет телепортироваться. Ватикан Пифиас говорит. Это прям правильный ответ очень.
интересно, с кем Эксиш поиграл. А сейчас увидим. Кстати, знаете, иностранцы меня вот чем-то подавать. Они так трогательно пишут себе, спросили, запрещают, еще что-то. Я говорю, прошли, когда прошли полностью все. Ну, прямо перед тем, как вот туда дойти, вот эту белую бегу, мы с ним там перемигивались, перелистывались, так прикольно было. Тозл, там вопрос тебе в чате задали. А он пишет тоже. Ой, ой, ничего себе! Я просто был на киноночи, там показывали один из его фильмов, этот «Поезд на ждавших», и сразу после него вот этот самый «Семь лет стебить». Потрясающий фильм, я его смотрела очень-очень давно, когда еще не было прям такой тотальной как раз таки фанатизма от Брэд Питта. Не, ну смотри, чтобы фильмы восстанавливаться, они суть в чем, что они мутные. Это вот буквально там вот что-то история идет, 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 потом бац. Нет, веселое там между делом. Это так вот атмосфера общая. Ну, в принципе, там история идет, идет, и вдруг бац, что-то такое случается, что вот в принципе под историю не подходит, но вот такой, как будто это настоящая жизнь происходит. О, да. Чуть ли что. Ну, я тебе говорю, как я Уэс Андерсона воспринимаю. Вроде так что-то. Не, ну, во-первых, дети ничего в фильмах не поймут. Там даже взрослым трудно понять порой. Ну почему? У него на самом деле вот отель Гранд Будапешт очень многие прям этот фильм понравился. Ну знаешь, он более такой, знаешь, как сказать? Город потерянных детей, вот, посмотрите. Вот это да. Гранд Будапешт, он более ориентирован на массового зрителя. Вот скажи мне, какой смысл в фильме «Поезд на ждавших»? Одним словом хотя бы. Но я его не смотрела. А, все, короче, все. Если посмотришь, ты не сразу на этот вопрос ответишь. Твою славу скажу. Я прослушал. Кстати, правильный ответ на вопрос про пояса — Франция. 12 часовых поясов. А-а-а. На втором месте США 11 поясов. И у России 9 поясов. Вива ля Франс. Так. Раз, два. Смотрим. Три. Четыре. Пять. Ничего себе, мне. Я только троих насчитал. Шесть. Ты сейчас про что говоришь-то? Про компаньонов. Сейчас увидишь. Пять, шесть. Ники какие интересные. Оригинальные. Слушайте, копикэт. Такое ощущение, что оригинал копикэт это самое, это бот. Такое ощущение, потому что, по-моему, у меня тоже с таким ником встречался. А тут и есть чё? Боты? Может, кто-нибудь. Надо посмотреть по стриму, кстати. Ты как-то фичишь, бот не бот. Угу. Ну, кстати, или да. Попробую ему написать. В крайнем случае. Просит повторить, между прочим. Путешествие повторить? Да-да-да. Сразу. Таки не повторите, таки может быть. О, у меня еще кто-то там тусок упадал. Блин. Ой, ну фу, зеленый слоник. Так, а что такое зеленый слоник? Все пихают этого зеленого слоника. Что это такое? Ну возьми ты посмотри зеленого слоника. Я не хочу, мне скажите. Все, знаю, все так говорят, а ты купи слона. Посмотри зеленого слоника, если ты не смотрел. Я могу сказать, что я так не смотрела до конца. Да, сделай бочку. Пару слов о стриме хочу сказать. Эмоции, конечно, совсем другие, в отличие от первого прохождения. Ну, это, во-первых, потому что это второе прохождение, во-вторых, потому что это я не один был, была тусовка, то есть какое-то общение. И, кстати, на тему Уэса Андерсона, если вот тебе вот реально понравился «Гранд Будапешт», то тебе надо что-то немного иное смотреть. Вот, к примеру, типа ранних фильмов этого...
Блин, забыл имя, кто там пятый элемент снял? Как его? Бессон. Да, Люка Бессона ранила, надо смотреть, если Гранд Будапешт понравился. Пусть посмотрит Марка Каро или Жанна Пьера Жене. Вот. В общем, всем спасибо за компанию. Пройду обязательно еще раз. Соберу все, что не собрал сегодня. Никто не напомнит. Всем пока. Кто самый похожий?